здесь шлейф. Так вот открывается. Так. И плюс еще вот у нас есть еще один маленький разъем. Это вообще не вытаскивается. Это не странно. Микрофон, наверное. Хо-хо-хо. Теперь там еще один шлейф. Осторожно с защелками. Так. Теперь. Значит, нам нужно снять плату. Соответственно. Так, соответственно. Так, это что это я изображал? Это я изображал вот эти два шурупа. Так, эти два шурупа, они держат рамку. Их надо выкручивать. Так, этот выкрутился. Этот не хочет вылазить. Ладно. Так. Теперь. Вот эта часть должна выходить наверх. Она тоже не выходит. Пытается. Да не идет. Фу-фу-фу, фу-фу-фу.
Так, не хочет. Не хочет. Так, ладно. Тогда пока снимаем плату. Значит, плата у нас держится на шурупах. Шлейф мы отключили. Так вот. Так, откручиваем плату. Так. Ну вот, вроде бы все. Процессор стоит Toshiba. Так, смотрим. Вот она у нас. Выходит таким образом. Так, здесь проверяем, что у нас здесь к ней подходит еще шлейф. Да, потом это как все собирать, только непонятно. Пим-пим-пим-пим-пим. Тот шлейф, как же они интересно его засовывали с пинцетом.